Одинцовский городской округ входит в тройку лидеров по количеству отходов, вывезенных в рамках региональной акции «Мегабак». С начала проекта с территории муниципалитета было вывезено уже более 400 кубометров крупногабаритного мусора. На первом и втором местах Сергиев Посад и Королев, собравшие по 600 кубических метров. Напомним, в Одинцовском округе действуют 4 площадки «Мегабак», 2 в Одинцово и по одной в Звенигороде и деревне Чуприково. По мере наполнения контейнеров отходы вывозят и отправляют на перерабатывающие предприятия.